Сегодня я хочу вам рассказать про насадки для пресса, которые необходимы для установки наконечников на корсетные косточки. Такие насадки наконец-то появились у нас в продаже. Насадки подходят для турецкого пресса. Для начала нам необходимо установить матрицу Poinçon. Далее проверим, что сопряжение у нас хорошее, чтобы все ровненько встало. Затем я устанавливаю наконечник на косточку и немножко поджимаю его плоскогубцами для того, чтобы мне было удобнее работать с прессом, чтобы наконечник не слетал. И с небольшим усилием поджимаю наконечник. Таким образом у нас наконечник зажат со всех сторон, надежно закреплен на косточке и не слетит. Сейчас я поближе вам еще раз покажу. Поджали. И проверили, что наконечник хорошо закреплен.